слушай, ты что за новости? Тебе книгу дали, ты почему? Здорово. Всем здорово, братаны. Айфошка, Дэдпул. Да? Короче, вы не на моем канале, если что. Вы на Ремес Ремес? Да. Да. Мы опять в этом Челябинске. Ну, короче. Если что, мы в Екатеринбурге живем. Конечно. Ну да, кстати. А не, мы в Москве живем. Мы вообще во всех городах живем. Вообще во всех городах живем. Мы богатые, в принципе. Зачем ты свой рот показываешь? Если у вас есть подписчики доктора, то напишите мне нормально с горлом. Это было страшно, я посмотрел камеру раньше. Порекламируй свой канал уже. Как вы, не подписывайтесь на мой канал, Айфоска Дэдпул, на нём буду тебе часто видео выходить. Ну, конечно. Я так ждал твоих видео, ты их не выпускал. Ну, я выпустил одно видео. Выпустил. 53 секунды идет. Ну, так вот я об этом же. Поэтому длинное видео надо. Да. С Владиком, Мармеладиком. Да, короче. Пупсиком, короче, надо. Мы скоро снимем совместное видео с серией с Сашей. А это что, не со мной, а? Это что, не совместное видео? Не совместное, но потом мы еще серию снимем, да. И с Сашей, Angry Birds в Майнкрафте, да? У него канал Angry Birds в Майнкрафте, да? Да. Ну да. А, да, Angry Birds, конечно, да. Ну да. Короче, мы приехали. Кто там стоит? Фиг знает. Мама стоит, что ли? Да. Это она? Нет. А, нет, это не моя. Мне тоже. Рекламная пауза, подписывайтесь. Хочешь, я скажу сказку? А, давай. Как дед насрал в коляску. Отличная сказка. Про коляска. Про коляску. Все, ладно, все, всем пока, пока, пока. В смысле, всем пока? Нет. Ладно, видео будет долго. Зачем-то, Саша, тянет время. А, я понял, зачем, я понял. Саша, куда ты? Это фиашка, маман. Я сейчас дам тебе и маман, и папа. Все, пошли. Так нельзя показывать. А, точно, мокро. Это фиаско, братан. Это фиаско, маман. Ля, какая машина. Вон кузов. С навозом, наверное. Что у нас не мокро? Какой ужас. Детская площадка замокрая, о боже мой. Так рекламная пауза. Подписывайтесь на канал Айфошки Дэдпула. Вот ты дебил. Не надо на Айфошку Дэдпула за такое подписка. Ладно, надо. Еще надо на Angry Birds в Майнкрафте, да? Да, конечно. Да. Подписывайтесь на него. Это очень хороший канал. Вот видео уже... Давно не выходит. Да. Но посмотри... А нет, вышло недавно. Вчера вышло. Серьезно? Да. А еще вот... правда, вы... Ну, короче, заткнись. Хорошая идея, кстати, Саша. Мы снимаем видео, и все идеально заткнуться. Здорово, братан. Кстати, я на Алиэкспрессе скоро куплю, знаешь что? На голову держать для телефона, камень. Прикольно. У меня звуки мокрые были, я так хлопнул. Ребята, не повторяйте такого дома. Это было проверено экспертом дебилом Глебом. Вот ты отплатился сам за себя, когда он меня в своем видео так называл. Эра клипов. Уходим, валим. Там дядька чихнул. Он, походу, на нас чихнул. Спасаемся! Я в тюрьме. Пустите меня на волю. А, походу, наоборот, я на воле. Это все благодаря вашим лайкам, как я понимаю, да? Ставьте лайки.
Ну и так они меня так засадят. Если два раза поставят лайк, не надо. Кстати, ребята, не повторяйте этот эксперимент вообще. Да. Ну, два раза поставить лайк, да. Его нельзя. Только айфошки Дэдпула можно. А ты это, Сашин, ремикс. Ты сколько подписчиков хочешь набрать до конца зимы? До конца зимы? Угу. Сколько? Я хочу 50 набрать. Я 100. Не знаю. Молодец. Меня не видно. А ты слава! Я хочу набрать 50 подписчиков до конца зимы. А ремикс хочет 100 подписчиков до конца зимы. А лайки пам! Ты придурок. А прикинь, будет... А когда выйдет нормальное совместное видео? Понятно. Твоя мама! А, вот это нафиг! Спрячемся за столбиком. Саша, а прикинь, я наберу 100 подписчиков, а ты 50 до конца зимы. Нет! Я люблю кушать телефон. Прячемся за столбиком. А вы нас не найдете! Да нет, не найдете. Мы на столбике! Саша! Они нас нашли? Я тебе не верю. Они нас не могли найти. Да не, вообще не нашли. За столбиком никто нас не найдет. Не пали, а то они нас найдут. Они уже нашли, ты понимаешь, уходим. Неправда, за столбиком невозможно никого найти. Вот, например, Боб. У меня такой друг был, спрятался за столбик, и его больше никогда не видели. Понятно? Мы сейчас за этим столбиком. Все, перебираем. За столбик. К жирафу. Пошли к жирафу в попу. Пошли. Хороший вариант. Быстрее к жирафу в попу. Залазим к нему в пятую точку. Точка в убежище. Ужасен, поп. Мы продумали это. Что у него тут за кишки такие странные? Да, Рома. Стой, не залазь в свою жопу. Тогда со стороны выглядит все прозрачное. А тебя скушали? Да, меня скушали. Вот. У него какие-то слезы. Ой, вместо кишков. А еще он выплюнул танк с грузовиком. Они явно пострадали. Однозначно. Они нас видят. За столбик! За столбик! Машинка! Машинка! А кстати, если вы хотите еще видео с Костей, то тогда поставьте лайк. С каким Костей? С нашим Костей. Ну не ты же Костя. Ну да. Ну ты имеешь в виду, понимаешь? Одноклассника. Ну-ка посмотрим. Давай я попробую над этим видео набрать 10 лайков. Не, 10 мои подписчики не наберут. Давай попробуем 3 лайка. Давай. Ну 3 или 5 лайков. Давай споем на 5 лайков. Споем на 3 лайка. Ну ладно, 5 или 3, кто победит, короче. Ребята, кто поставит 5 лайков, то я выиграю. Если кто поставит 3 лайка, то Саша выиграет. Ты в курсе, если они наберут 5, они сначала поставят 3, а потом 5. Если ты не найдешь на канал, у тебя будет 3 лайка, а потом 5. То будет жопа. Хороший день. Ай-яй-яй, больно. Прячемся. Тогда? А я. Я победил. У гриба тоже есть кишок. У какого гриба? Ну это гриб. Это небовый пик. Какой пик еще сумасшедший? За дерево. За дерево, точно, нас там никто не найдет. Давай, тепло и уютно. Вы самые беспалевные. Тут тепло и уютно. Ой, ребята. У меня в ботинках везде вода. У нас секретный проход в этом дереве. Я его открываю.